Приехал я наконец-таки посмотреть. Когда-то очень давно, в 79-м году, мне было 3 года, я написал Деду Морозу письмо, в котором написал: «Хочу, чтобы рядом с моим домом, здесь, в Печах, был большой классный стадион». Конечно, я не могу не болеть, потому что в родном городе есть команда хорошего, высокого уровня, и тем более сейчас мы можем уже говорить. Тогда это все было, скажем, процессом, да, ну, он идет бесконечный процесс, но тогда вот закладывалось все то, что вот мы имеем сегодня, что команду знают в Европе. Таш мне как-то звонит и говорит: «А ты знаешь, что команда Батэ на сегодняшний день лучшая команда мира?» Я залез в интернет, посмотрел, действительно, там number one вообще in the world, Батэ Борисов. Все для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, есть. Я вырос вот здесь вот. Через железную дорогу пешком прогуляться. У нас было столько футбольных полей, там, собирайся, играй. Мы в футбол играли каждый день, каждый день. Своего рода мечта у меня есть. Я очень хотел бы вот организовать в стране большую сеть частных футбольных школ. А вон мама моя, смотри. Она вот вместе с подругой там со своей. Они меня вот так вот трясли: мы хотим абонемент годовой на игры Батэ. Готовы ехать там в Европу, туда-сюда. И сегодня все вовремя, все нарядно собрались, приехали. Болельщики, которые пришли на игру, энергетическая такая связь. Безусловно, она должна присутствовать. Мне кажется, что для Борисова этот стадион вот самое то. Я очень люблю компактные стадионы, когда все видно. Да должны выиграть. Счастливо. Болейте за Батэ.